Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 511. Прочитайте. Какое существительное часто повторяется в тексте? Почему? Озаглавьте, спишите текст. Определите род и число и падеж выделенных существительных. Подчеркните их как члены предложения. Назовем данный текст книги «Лучшие друзья». Человек, который любит читать, который, буква «он», любит окончание «ид», второе склонение. Счастливец. Счастливец – это сказуемое. Слово стоит в мужском роде, в единственном числе, в именительном падеже. Он окружен множеством умных, добрых и верных друзей. Друзья эти – книги. В данном случае книги – это сказуемое. Слово женского рода стоит во множественном числе, в именительном падеже. Книги – спутники. Это сказуемое. Мужской род – множественное число, именительный падеж. Книги – спутники всей нашей жизни. Они встречают нас в самом раннем детстве и сопровождают всю жизнь. В раннем – как «ом». Окончание прилагательных – «ом» или «ем». В данном случае – «ем». Книги – источник знаний. Источник – это сказуемо. Слово стоит в мужском роде, в единственном числе в именительном падеже. Огромный мир врывается к нам в комнату со страниц любимых книг. Врывается окончание «ед». Книги – спутники всей нашей жизни. Спутники – это сказуемое, стоит в мужском роде во множественном числе в именительном падеже. В конце предложения ставится знак завершения, точка. Так как предложение повествовательное, невосклицательное, между подлежащим и сказуемым ставится тире. То же самое мы можем сказать о каждом из этих предложений, где мы должны были разобрать цифру 5, сделать пунктуационный разбор. Часто повторяется существительная книга. Автор хочет показать тем самым значение книги в жизни человека. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.